Итак, в новогоднюю ночь перед ярославцами выступит Наташа Королева. Эту информацию городскому телеканалу сегодня подтвердила директор заслуженной артистки России Марина Наринская. Праздничный концерт состоится на главной площади областной столицы Советской. Организаторы обещают насыщенную программу. Вместе с Королевой в Ярославль приедет Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Популярность к Наташе пришла в 90-м году после исполнения песни «Желтые тюльпаны», написанной Игорем Николаевым. Потом были «Киевский мальчишка», «Подсолнухи», «Маленькая страна», «Мужичок с гармошкой». В новогоднюю ночь ярославцам заслуженный артист России подарит свои хиты и представит новые песни. Да, мы будем работать на Новый год в Ярославле. Как с чем? С балетом, с музыкантами. Полная программа, шоу. Вместе с Тарзаном она будет выступать. Напомню, прошлая новогодняя ночь в Ярославле прошла под хиты певицы Нюши. Она зажигала также на Советской площади, ставшей центральной в дни празднования по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Одним из зрелищных событий ночи стало лазерное 3D-шоу. По фасаду областной думы пронеслась вся история Ярославля. Перед Белым домом работали карусель, ярмарка каток. Всего же за новогодние каникулы Советскую площадь посетила более 20 тысяч человек.